К другим темам. Туман как обман. Жители столицы теряются в догадках, что за аномальное явление накрыло Астану. Последние дни столица окутана густой белой пеленой, больше напоминающей смог. Однако синоптики порекомендовали не беспокоиться и объяснили причину природного явления. По мнению сотрудников Казгидромета, для осеннего периода это вполне нормально, когда южные циклоны сменяются холодными воздушными массами. Похожая картина сейчас наблюдается на севере, северо-западе и востоке страны. В Астане туман рассеется уже через несколько дней. Наблюдаются адвективные туманы. Это туманы, впоследствии которые теплый холодный воздух, он протекает над холодной воздушной массой, тем самым на стыке двух воздушных масс образует туман. То есть это нормальное явление для осенней погоды. Этот адвективный туман, он более устойчив